Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор пустых баночек за май месяц. Коробочка получилась такая приличная. Мы израсходовали на семью 18 продуктов. По цене каталога получилось, по цене текущего каталога 14 тысяч рублей, а со скидкой 11. То есть экономия составила порядка 3 тысяч рублей. И по баллам это очень прилично. Это для чего я говорю? Для того, чтобы вы понимали, что мы действительно пользуемся огромным количеством продуктов и даже не задумываемся, какой большой расход и что мы могли бы экономить большие деньги. Я этим уже пользуюсь, а вы? Итак, давайте посмотрим, что же мы употребили за май месяц. И я сразу начну с коробочки, которая занимает больше всего места. Это wellness суп томатный. Я его люблю и ем практически одна в нашей семье, потому что, ну, не знаю, мне он нравится, а другим так не очень. И, кстати, как я его люблю кушать. Если, например, у нас есть какие-то продукты, перец, зелень, я это все в блендере взбиваю, даже могу огурчик добавить, и получается очень вкусный суп. Можно чеснока дольку. Вот, если таких продуктов нет, а есть, например, суп, я просто ложечку wellness томатного добавляю в суп, и у него появляется такой богатый, пряный, насыщенный вкус. Попробуйте, очень круто и полезно. А следующая большая коробочка — это wellness коктейль клубничный. Хотя мой любимый вкус ванильный, но я иногда беру клубничный для того, чтобы, ну, поменять вкус, чтобы было какое-то разнообразие. Потому что коктейль я стараюсь пить, ну, хотя бы раз в день. Иногда, конечно, забываю. Но когда я понимаю, что я ухожу надолго из дома, я либо с собой беру коктейль, либо перед выходом выпиваю шейкер один коктейля, и мне это помогает, ну, просто долгое время находиться без еды, а просто пить воду. Я беру с собой воду, всегда ее пью. Ну, если уж речь идет о wellness, давайте продолжим эти коробочки же рассматривать. Это мужской wellness pack. Мишина коробочка пустая. Wellness мы пьем каждый день. Бывает, иногда пропускаем, забываем, закрутились. Но сейчас, когда вот пошла такая жара, лето, я стараюсь пить wellness каждый день. Еще купила отдельно баночки астаксантина и добавляю одну астаксантинку, потому что астаксантин помогает бороться со свободными радикалами. Сейчас такое агрессивное солнце, и я действительно много времени провожу на улице, поэтому астаксантин нам помогает. Одна коробочка там внизу, потом ее покажу. Красила один раз волосы, использовала две упаковки красочки 9.0 и половиночку 4.54. Я их смешиваю все вместе и наношу на волосы. Мне хватает как раз на всю длину прокрасить волосы. Ну, половиночка осталась, поэтому я ее покажу в следующем месяце. Еще не использовали до конца. Вот такие вот коробочки. Краска мне нравится. Многие спрашивают, что в ней хорошего, но мне нравится качество волос. На мой взгляд, краска волосы не портит, то есть она их не сушит, они такие блестящие, красивые, поэтому я пользуюсь этой краской. Но вполне возможно, я на какое-то время перейду на другую краску, чтобы убрать совсем рыжий подтон. Хочу перейти в такой вот как медово-русый цвет, чтобы он был более мягкий. Я попробую, а потом вернусь опять к этой краске. Так, далее. А гель для интимной гигиены с ромашкой. Кстати, что я заметила, именно вот эта упаковка, она мне показалась какая-то жидкая. А когда вот она закончилась, я достала другой, точно такой же с ромашкой, и он совсем, мне кажется, другим. Я думаю, то ли я ошиблась, то ли нет, но мне кажется, что тот, который я открыла сейчас из другой партии, он другой по консистенции, он более густой, более такой мылкий. То есть он мне нравится, он прям классный. А этот был какой-то жидковатый. Ну, не знаю, может быть, это мое какое-то восприятие было неправильное. Не уверена. Закончилась пена для ванны. Большая упаковка. 750 мл. Это, конечно, такой кайф, когда ее так много. И мы ее покупали по акции. Она стоила прям копейки, на мой взгляд. Да, хорошая пена. Я очень люблю ванную принимать, не так часто это делаю, но любят все, и дочка, и Миша. Поэтому ушла пена достаточно быстро, и она классная. Она прям такая густая, такая стойкая пена, пушистая очень и ароматная. Ну, вот я люблю пену.
закончился еще один такой продукт. Это любимчик, можно сказать. Серия Essence Лимон и Вербена. Это для тела гель для душа, но я им пользуюсь и как жидким мылом, и как гелем. И мне очень нравится то, что он с натуральными маслами, с натуральными компонентами, и он просто невероятный, такая густая пена. И вот прям надо одну каплю, чтобы вот просто было так много. Какой аромат натуральный, не синтетический, а вот прям вот, ну, кайфовый, вкусный аромат лимона. И еще мне нравится качество кожи, то есть нет сухости. Есть кремы для душа, которые вот напитывают кожу, а это гель, но он напитывает кожу, она становится такая прям вау, классная. Так, это у дочки закончилась тональная основа, Азе крем. Я уже много раз говорила про него, что он нам понравился, и мне, и дочке. Она вот второй тюбик закончила, я сейчас третий отдала. И это качественный показатель, или не качественный, не знаю, какая, такой конкретный показатель, что тон классный, потому что на мою дочку угодить очень трудно. То есть ей подходят редкие тона. Я ей давала Джордани, она мне обратно. Я ей давала The One. Ей только один нравится, The One Aqua Boost. Но там трудно тон подобрать. То есть из того, что у меня было, ей ничего не понравилось, ей надо самый светлый. А этот Fire светлый, ей очень нравится. Даже, видите, разрезала, выковырила все там до последней капельки. Хороший крем. И он, кстати, очень классно пойдет на лето, потому что у него здесь SPF 30. Если вы видите, мелко можете прочитать, солнцезащитный фактор высокий. Супер. Добрались до очередной коробочки. Это женский wellness pack. Тоже пьем. Кстати, там одна коробочка еще уже прям осталось 3 пакетика, то есть не успели обе коробочки закончить. То есть в этом месяце прям активно wellness пили, не забывали. Далее. Мое любимое средство для снятия водостойкой косметики. Но я не пользуюсь водостойкой косметикой. Но средство мне нравится. И я его заказываю постоянно, потому что оно очень круто снимает макияж. Неважно какой сложности, сколько слоев теней, подводка, там стрелки, туши много слоев, тени и так далее. То есть снимает шикарно полностью весь макияж. Я им довольна. У меня ни одно средство, которое я пробовала, и в Replay, и другие, ни одно средство так не удаляет макияж, как именно вот это наше средство. Закончилась зубная паста отбеливающая. Не надо ей слишком часто пользоваться, но курсами обязательно нужно осветлять немножко зубы. Потом я беру травяной комплекс, или мне очень нравится паста «Тотальная защита». Вот. Но отбеливающая тоже всегда должна быть, особенно я ее люблю. Ну, перед съемкой, например, почистить зубы, чтобы они были светлее. Вот наши два любимчика. Вернее, даже почему-то не шампунь. То есть я люблю серию Hair X, восстанавливающие средства. Маска для волос, очень крутецкая прям маска. И бальзам для волос. Тоже, видите, использовали, аж прям тюбик весь выдавили до последней капли. Ну, что могу сказать? Если вы часто смотрите мои обзоры, то вы видите, что постоянно этот бальзам в каждом обзоре, вот в каждом. Потому что нравится всей семье, все пользуемся, все мы длинноволосые такие. И справляется классно это средство для того, чтобы волосы не были такими сухими, напитывает их, волосы лучше расчесываются, прям классно расчесываются. Ну и просто выглядят ухоженными такими и классными. Так, дальше. Сыворотка Novage. Это серия Ultimate Lift. Кошкины волосы тут. Если у вас дома кот, то все кот. Привыкните к этому, да? Смиритесь, где он спит, дрыхуля. Видите его? Ах. Итак, лифтинг для лица. Сыворотка. Просто очень крутая сыворотка. И я рекомендую сыворотками пользоваться постоянно и не экономить, потому что некоторые делают только на ночь одну капельку, а я и утром, и на ночь, и просто вот сыворотка – это просто еда, которую кожа напитывает. О, какая она классная! И именно вот эта сыворотка, чем уникальна, то что она дает такой шикарный лифтинг, то есть лицо прям подпрыгивает на глазах, и сразу выглядишь моложе, намного моложе. То есть кожа такая напитанная. Ой, бомбочка просто. Так, закончилось очередное масло для
масле не для, а просто масло с чайным деревом. Кстати, наконец-то выходит, мы так испугались, что его совсем сняли с производства. Нет, не сняли. Теперь у нас будет масло чайное дерево с лаймом. То есть добавили нотку лайма. Я уже его дегустировала. Ну, интересно. Я не могу сказать, что мне этот запах не нравится. Да, он рисковатый, конечно. Кстати, новое масло, оно действительно поинтереснее по аромату. Но для меня самое главное в этом флакончике, вот в этих 10 мл, это то, что они заменяют мне пол аптеки. То есть вот все, что касается ожогов, ранок, ушибов, укусов, там, синяков и всего прочего, это к нему. Все, что касается заболеваний, особенно начальной стадии ОРЗ, там, ОРВИ, то есть все, капаю в нос, блащу горло, ну, то есть вообще все. Если появилась перхоть, так добавьте немножко в шампунь, то есть налили на руку шампунь, несколько капелек масла капнули, размешали, помыли голову. Вообще супер. То есть это там масса такая всего, что можно сделать или профилактику, или избавиться от чего-то с помощью масла. Просто почитайте в интернете, что с ним можно делать, куда применить, и применяйте. И будет вам счастье. Так, закончилась очередная спа-маска. Та-дам! Ее даже разрезали просто до последней капельки. Использовали. Почему? Да потому что она классная. Она потрясающе очищает кожу, снимает воспалительные процессы. И просто кожа от нее такая гладкая. И я заметила, есть некий осветляющий эффект. Ну, маска классная. Тоже у нас пользуются ей все. Лера, Миша и я. Только кот с собакой не пользуется. И я показываю пакетик новой маски. И просто я по ошибке почему-то выкинула пакетик. У маски я таких заказала много. Использовала в том месяце одну, просто потому что было некогда. Хотя масками пользовалась регулярно, но не тканевыми, а такими питательными. Делала скраб, делала пилинг. Стараюсь два раза в неделю баловать кожу. Я думаю, этого даже мало, надо больше. И вот эту маску я просто делала перед днем рождения, чтобы выглядеть еще круче на свой юбилей. И это сработало. Классно получилось. Поэтому эту целую я пока уберу, но чтобы знали, что масочка такой пользоваться прикольно. Действительно, эффект очень хороший, увлажняющий такой эффект. Кстати, я даже снимала видео, как я эту маску делала. О, там просто фильм ужасов, такое смешное лицо становится, я просто была неузнаваемая. Но все равно посмотрите, как ее наносить. Все, пакетик пустой. Как ее наносить, как пользоваться и так далее. Самое главное, что когда эту маску снимаешь, там 10 минут ее надо подержать, потом ее надо наложить на шею, чтобы здесь еще все напиталось, потому что в ней так много этого приятного вещества, я не знаю, что там, но такое классное, кожа мягкая, такая напитанная. То есть вот у меня в коже сухости вообще нет. То есть она прям вот напитанная, расправленная. Я недавно встречалась с девушкой, она меня моложе на 4 года. И у нее состояние кожи, то есть я сразу увидела, что она обезвожена, ей не хватает питания. То есть она вот как вот из нее влагу так выкачали, и все. И я ее пригласила на встречу провести мастер-класс по нашей коллекции NovAge, чтобы увидеть, как работает серия. Потому что многие женщины просто не знают, что можно комплексом взять комплексный уход и с помощью него решить огромное количество своих проблем или задач, которые стоят. Потому что выглядеть хотят лучше все. А как это сделать, не все знают. Поэтому, девчонки, кто пользуется сами NovAge, вы видите результат, приглашайте, давайте пробовать своим знакомым, девчонкам, там, родственницам. Пусть люди знают, что есть такое безопасное средство, как привести лицо в норму и омолодиться сразу на несколько лет. Вот, делитесь. Ну что, пожалуй, все. На этом наше видео заканчивается. Спасибо за внимание. Пишите, сколько у вас продуктов, ну, можно по количеству, было израсходовано за месяц, если вы следите, конечно. То есть я когда стала за этим следить, мне, знаете, просто интересно стало, чем мы пользуемся, что уходит. Какие-то месяца прям много так продуктов бывает, каких-то меньше. Но мы видим, что расход действительно большой, и выгодно быть сотрудником компании Oriflame, то есть иметь свою скидку. Тем более, что если заказы делаем большие, от 150 баллов и больше, то еще возвращается кэшбэк. Да, или какие-то начисления идут, если команда уже большая. То есть в любом случае выгодно активным быть потребителем и активным партнером.
Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если хотите оформить скидку от 20 до 70%, заполняйте заявку под этим видео. А я с вами свяжусь сразу и расскажу, что делать, как пользоваться дисконтом. Всего вам доброго, отличного настроения, суперского кайфового лета. До новых встреч. Пока-пока. GoPro. Стоп видео.